Моя внучка пропала без вести. Губернатор! Я хочу вернуть ее как можно скорее. Губернатор! И мне сказали, что вы, сэр, тот, кто сможет мне помочь. На каждой руке у вас по взрывному устройству. И на брюках у вас тоже есть взрывчатка. Бом! Серьезно? Прямо за местом, где мы сейчас стоим, находится шоссе, где царит зло. А это что? По прошествии 5 дней, если вы не вернетесь в Бернис, думаю, вы знаете, что вас ждет. Удачи, сэр! Это страна призраков. Отсюда не сбежать. Не мы держим ее в плену. Прошло 2 дня. Они все так же ни слуху. Тик-так. Как мне выбраться отсюда? Ты должен предаться вере. Да! Я стал радиоактивен. Никто не сбежит из страны призраков! Никто! Никто!